Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес назвал пункт об отказе Украины от НАТО в одном из вариантов мирного плана Дональда Трампа ужасной ошибкой. Как пишет Униан, об этом он сказал в эфире телеканала «Киев-24». Ходжес подчеркнул, что было бы глупо думать, что Россия вдруг превратится в ответственную страну, которая придерживается каких-то соглашений. Кроме того, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас нет ни одного объективного аргумента, почему не стоит давать Украине приглашение на членство в НАТО. Как сообщает Униан, об этом он рассказал в интервью 24-му каналу. По его словам, есть страны, которые в течение долгих лет имели железобетонную позицию против приглашения Украины в альянс. И теперь они не хотят выглядеть слабыми из-за изменения позиции. В частности, речь идет о США и Германии, а также Словакии и Венгрии. Кулеба подчеркнул, что сейчас главная задача Украины – это не просто получить приглашение на членство в НАТО, но и исключить этот вопрос из перечня переговорных позиций.